Сегодня впервые наша программа «Мы к вам» в коротком формате, однако этот формат не означает о том, что мы встречаемся с каким-то второстепенным человеком, наоборот, лауреат Демидовской премии, член Союза художников России Виктор Михайлович. Вот «Мы к вам», расскажите сегодня знаковое событие в честь вашего юбилея небольшого. Вы открываете персональную выставку. Сегодня, я так понял, с утра у вас здесь постоянно люди, постоянно вы что-то им рассказываете. Расскажите что-то нашим зрителям. Хорошо. Дело в том, что в Барнауле я впервые делаю свою персональную выставку. Именно в таком формате. Мне очень нравится в музее этот зал. Камерный. График особенно смотрится очень хорошо. Все работы видны, можно сразу охватить взглядом, можно рассмотреть каждую работу в отдельности. Вот для меня, как художника, как автора, это очень интересно. Вот. Утром я уже был, здесь были работники музея, искусствоведы, я с ними пообщался, были студенты, вот, тоже рассказал о своем творчестве. Ну, о творчестве можно говорить много. Единственное, хочу сказать, что я очень рад, что собрались здесь и мои друзья, и гости, и все заинтересованные люди, и я с удовольствием сегодня пообщаюсь с ними, поговорю. И мне еще очень важно посмотреть на свои работы как бы чужими глазами. Вот, вроде бы как они не мои, издали. Все это нужно мне для дальнейшего творчества. Дальше есть задумки, какие-то, значит, уже работы я начинаю осуществлять. Короче, продолжается творчество. Это не окончательно промежуточный некий этап? Нет, это как бы, можно сказать, промежуточный. Одно закончилось, дальше идет другое. Вот. Другая будет серия, будет продолжаться и детская тема, и иллюстрации, и различные. Для меня это интересно, понимаете. Вот я делаю графику, значит, тушью, перо, тушь, кисть. Потом возьму пастель, акварель. Вот я, то есть, варьирую вот эти вот. Ну, все зависит от задачи, которую я ставлю.